Чрезмерная самовлюбленность – один из главных пороков человечества. Об этом говорил еще Аристотель. Но все-таки любить себя нужно. А за что же себя любят челябинцы, давайте узнаем. За то, что я бабушка, мама, жена. Ну, я творческая, открытая, умная, добрая, скромная. Наверное, за то, что я есть, за то, что я мать своих детей, за то, что я дочь своих родителей. За то, что я мечтаю. За то, что добиваюсь своих целей. Я люблю себя за то, что я есть, за то, что я существую, за то, что я могу наслаждаться, видеть прекрасное в этом мире, за то, что я хорошо выгляжу, за то, что у меня есть друзья. Я люблю себя, да. Такое проявление любви к себе, как селфи, опасно для жизни. К такому выводу несколько лет назад пришли британские ученые. Селфи способствует развитию эпилепсии. Она может возникнуть из-за вспышек во время фотографирования. Так что любите себя, но проявляйте это как-то по-другому. Хорошего вам дня!